Вот так намного лучше все спросить, да? Меня зовут... Это был мой план, чтобы сюда попасть. Меня зовут Томас Джонстоун, я шериф округа Лимайн. Да. Вот мой значок. Покажите, пожалуйста, что ваши документы. Да, без проблем вообще. Вот мои. А вот здесь люди нехило живут. У них здесь своя есть. Давай. Поднимите руки. Без проблем. А мне надо лицом к стене или как? Опа. Это как? Можете пускать руки. Оружие вас изъял. Вас уберите. А мне его потом дадут? Или не дадут? Нет. Если вы отправляетесь на Шишуку, то оружие не возвращается в этом случае. Ну, хотя бы лук. Хотя лук, ладно. Вам предъявляется обвинение по статьям шпионажа и неповиновение законному требованию. В совокупности максимальный срок по этим статьям это 60 месяцев. Это сколько? Это 60 месяцев. Все, бросайте. Вы будете тебя задерживать. Если по... подробно немного не разбираюсь. Вы согласны отправиться прямо отсюда? Ну, вас проводить до точки этапирования? Да он подошел. Нет, нет, мне здесь оскорбляет. Это не вам. Хорошо, это ожидайте. Это не вам был. У него какое-то хрел вещание. Если честно, я хотел. Мне интересно, как здесь. Но вижу, что здесь они живут. Это не я сделал, сэр. Сэр, я ничего не делал, у меня в... Боже, просто какой норд гений. Документы ваши можно, пожалуйста, спустись, кровати и документы.